Рязанское отделение Русского географического общества организовало очередную экспедицию по следам русской географической славы. В этот раз путешественники отправятся на Дальний Восток, посетят Сахалин и южные острова Курильской гряды. Идея стала побывать в тех местах, которые являются действительно для страны историческими. Места, которые были открыты нашими с вами соотечественниками для всего цивилизованного мира, впервые заявили о принадлежности их к Российской империи, по мере сил возможности способствовали, конечно, привнесению цивилизации в эти места. Особый акцент в исследованиях будет сделан на историю экспедиции Крузенштерна-Рязанова и Хвостова-Давыдова, способствующих закреплению Сахалина и Курильских островов за Россией. Мы хотим в этот раз рассказать историю совершенно уникальную, как впервые российские флаги были подняты над Южным Сахалином и над Южными Курилами. Эта честь принадлежит сотрудникам российско-американской компании, морским офицерам Николаю Хвостову и Гаврилу Давыду. Уникальные совершенно ребята, морские офицеры, которые, на наш взгляд, с точки зрения историографии, как мы ее видим, понимаем, а наша особенность в том, что мы не просто читаем архивные вещи, публикации других авторов, мы эти места посещаем и наполняемся собственными ощущениями, что позволяет нам делать собственные выводы о том, а какие же исторические события развивались в этих местах и как они на самом деле развивались. В экспедиции примут участие 19 человек из Рязани, Москвы, Мурманска, Архангельска, Воронежа, Курильска и не только. На горе Юнона в Сахалинской области на высоте 500 метров путешественники собираются установить памятную табличку Рязанского отделения Русского географического общества. Олеся Котровская, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».